Брестской земле. И в знак признательности примите эти цветы. Спасибо. Впечатление, что половину ты уже убрал? На утро поставлю. 40 урожайности. А если к уровню прошлого года сравнивать? Один к одному сейчас. А какая урожайность рапса в этом? 31-32. Ну, это хорошая рентабельность. Это плюс и 3% к уровню прошлого года. Рентабельность, мы же белком обеспечены. У меня животноводство же одно из больших. Но рентабельная культура. Абсолютно рентабельная культура. Владимир Владимирович, при каком центре у нас рентабельность? Рентабельность у нас идет под 13%. Точно? Да. Значит, мы твердо убеждены, что рапс мы будем возделывать. Эта культура во всех отношениях нужна. Пищевая, кормовая и денежная. Да, абсолютно. Что с нашей партийной культурой, так называемым озимым ячменем по Брестской области? Какое впечатление, области, значит, как мы будем дальше действовать? Значит, мы в любом случае, мы уже третий год будем добавлять. Прошлый год был вообще великолепным. Мы 21 тысячу добавили, сейчас там 14, получили 21 тысячу. В прошлом году гектаров у нас мы убирали, в этом году мы убираем 21. И в прошлом было 18, и урожайность была у нас 54, сегодня чуть-чуть пониже в этом году, я тогда докладывал. Вот. Но все равно средняя урожайность выше, чем... Однозначно, то можно об этом говорить. Возделывать мы культуру эту будем. Да, мы снова добавляем порядка 3500, в зависимости от нашей структуры, и мы ее дальше будем добавлять. Но грамотно, не впустую. Но чувствует область, вот это расстояние между ранней уборкой и общей уборкой зерновых? Или в Брестской области? Вы знаете, что вот из года в год, тут не так я много долго, чем раньше мы все равно вот в этом году отсеемся, да, я буду видеть опять-таки, как и в прошлом году, какой-то задел и по урожайности, и по всему. Ранняя уборка, ранняя погода. Но мы сосредоточили за два последних года сильнейшую материально-техническую базу. Тут уже докладывать, наверное, не стоит, но в этом году 190 новых только комбайнов. Вы мне давали поручение 100, мы заработали денег. Мы обновились, и в прошлом году я еще докупил 120. Но лишнего ничего? Ничего нет, товарищ президент. Мне пришлось десятки списывать, которым уже за 15 лет, там, 14-15, ну, и восстанавливали мы часть. Ну, бережно, тут вопросов нет абсолютно. Поэтому я сегодня, дай бог, чуть-чуть погоды, видите, уровень даже, я могу в день убирать как минимум 6%. Что у тебя особенное? Мы. Рапса будет больше в этом году? Рапса будет больше. Рапса будет больше на 50 тысяч. Мы видим, что сегодня урожайность 26,4 идет, 722. Еще у нас 60 тысяч к уборке озимого и более 50 тысяч ярового. 950 мы, это будет плюс к прошлому году 50-55 тысяч. Это будет больше. Соответственно, Рапс мы переработаем. За пределы семена не продаем. Зерном не продаем или продаем? Нет, мы не продаем, мы перерабатываем рапс, если продаем масло рапсовое. А как и вы поставили задачу, все зерно должно идти на корм скоту, мы должны получать продукцию животноводства и на нем иметь дополнительную прибыль. Леонид Константинович, мы весь продаем, перерабатываем рапс? Весь перерабатываем, часть элитных семян продаем на России. Это наш, ну, семенами это ладно. Да, семенами зарабатываем на этом деньги. А так в целом мы себя вообще перерабатываем. Понятно. Еще какие особенности? Значит, с уборкой зерновых и рапса мы освобождаем поля от соломы. 275 тысяч мы освободили, 56%. И самое главное, мы уже 143 тысячи идем в лучение. Это, я считаю, основной прием для сохранения влаги. Сегодня дожди идут, вроде бы нам работы останавливают, но это нормальные дожди. У нас есть еще сахарная свекла, есть кукуруза, которые должны нам дать хороший урожай. По кукурузе у нас по уровню к 2022 году 20 центнеров по зеленой прибавка идет.
и формируется хороший урожай сахарной свеклы 5 миллионов. То есть по кукурузе мы меньше не получим? Или меньше? Нет, получим больше. Больше по кукурузе. Получим больше. Сахарная свекла у нас хорошо идет. Хорошо идет и тоже получим больше. Тоже больше. 4 центнера урожая на 6. По другим культурам. Картошка как? Картофель. Картофель тоже формируется нормально сегодня. 1 100 000, которые мы планировали, он просчитывается и будет. Хотя мы немножко уменьшили площади, но волокна понятно, мы получим. Понятно. Какая культура настораживает больше всего в этом году? В этом году, ну, то, что была засуха, были насторожения по всем культурам, а так практически там, где есть технологии, вопросов не возникает, идет. Ну, если люди нормально работают и технологично работают, так таким людям, Юрий Витальевич, наверное, и помогать не грех. Ну, есть, которым только советуешься в данном случае, в принципе. Приехали, переговорили, наметили дальше это все, где-то можно придумать. Ну, к этому и надо половину идти. Половину Воловки района фактически. Нам надо Витебскую область по уборке поднимать наверх. Да не только Витебскую область. Даже Гродненской области, северные районы Минщины и Могилевскую область. То есть нам надо высевать такие ранние культуры, чтобы они начинали уборку в середине июля. Если они начнут уборку раньше, они раньше и посеют. Потом сейчас уберут и будет лапы сушить, как в народе говорят, крылья будут сушить. Хотя не придется особенно, но у него разбежка есть между уборкой и посевом озимых культур. Есть время. В Витебской области этого времени нет. И на севере областей, которые я сказал, Могилевщина, Минщина и даже Гродненская область, его север этот, у него этого времени нет, поэтому надо раньше начинать уборку. Раньше у Витебской области может начать уборку, только посеяв ранние культуры. Это озимый ячмень, это озимый, наверное, рапс отчасти, где это возможно. И другие культуры. Еще раз говорю, это жестокое мое требование. Посеять ранние культуры в северных районах, чтобы раньше начать уборку. Высвободим поля, раньше посеем озимое. Вот в чем смысл. Сейчас будет огромная запарка у нас август-сентябрь месяц. Катастрофическая. Я уже из своего опыта это, а вы тем более должны чувствовать. Ну, может он, как в прошлом году, может разберется, хотя тоже может быть. Какая запарка? Там, где подсушило, дожди прошли, пошли травы, так? И подгон. Да, ну, да? Ясно. Подгон. Их надо убирать. Твой этот подгон тем более. То есть раньше мы как-то с травами разбирались в августе, и в сентябре уже досевали там еще. А сейчас самая пора уборки вторых укосов трав. Там, где подкормили, травы отличные. Значит, нам придется заниматься упорно кормозаготовкой. Мы будем только-только в середине по республике, ну, может, 70% уберем зерновых культур. Значит, нам еще уборкой зерновых придется заниматься. Силосование кукурузы пойдет, так? Да. То есть и сенаж, и силос, и уборка зерновых, и посев озимых. Поэтому сейчас нельзя ни в коем случае расслабляться. Вот у него я вижу, отчасти в Гродненской области, но поменьше, там, где я пролетал в воскресенье, и то, что я видел вчера, у Гродненской области меньше подготовлено под посев. Ну, вы ж хитрые, знаете, где я буду лететь, так вы там и распашете, и посмотришь, если все так, даже в Брестской области работали, как здесь на поле, целый конвейер, ну, красота. Не успели убрать, уже спрессовали, стюковали, у рулоны закрутили, солому свозите, ну, так, как должно быть. Я ведь земной человек, понимаю, что не везде так, но к этому надо стремиться. Поэтому у нас и уборка соломы, и посев озимых, и подготовка почвы, и уборка трав, и зерновых. Куча работы спрессовалась, все это в кучу свалили, погода свалила в августе-сентябре. Поэтому сейчас ни в коем случае нельзя расслабляться. Сейчас, наоборот, надо мобилизовываться.
Первый регион, первый каравай. Вы первый ко мне давным-давно не приезжали. А что к тебе ехать, если ты убираешь нормально? Нет, ну вопрос то, что первый белорусский вообще каравай в этом году. Уважая этого. Это что, хлеб? Это хлеб. Это наш хлеб. Все хлеб. Все хлеб абсолютно. Не да. Шоколад, конечно. Нет, это весь труд, который этот самый сегодня на поле создают хлеборобы наши от фермы до всего. Даже страшно притрагиваться. Вот надо. Ну я говорю, что. Свежий. Спасибо. Мы уже госзаказы же больше всех сдали. Смело можно печь. Зайцу я не дам портить это добро. Спасибо. Пшеница, да? Здесь поле пшеница. Импортная. Сорт бананза, да, импортная селекция, элита, немножко вероятно. Мне скажи, вот у тебя в Брестской области, в Гродненской, вы часто завозите семена импортные. Они оправдывают себя? Оправдывают. Вот это поле на сегодняшний день дает урожай на среднюю 70 центнеров, но отдельные куски в комбайнах мы видим даже до 120 центнеров. Там, где было влага, да, где больше влаги было, поэтому. И биологическое, то, что просчитывается, 99 центнеров. Что касается этой частной военной кампании, когда были эти неприятные события, вы знаете, много что происходило. Мне пришлось вмешиваться, потому что я понимал, если вспыхнет Россия, жарко будет всем. Так всегда было в истории. Революции начинались там, а заканчивались у нас и на Кавказе. Ну и потом, это же наши люди. Я пообещал тогда этим ребятам, если вы прекратите все, безопасность, хорошо, я вам гарантирую, мы вас выведем в Беларусь, обосновывайтесь, дальше будем разбираться. Что мы сейчас и делаем. Если честно, я хочу сохранить это подразделение. Это настоящие бойцы, прошедшие через войну, потерявшие много своих друзей. Они совершенно бесплатно, хоть они же наемники, они же за деньги везде и воевали, и работали, бесплатно помогают нам, передают опыт, и вдруг... Слышу, недавно взбесилась Польша, что якобы сюда идет какой-то отряд, аж 100 человек. Никаких отрядов ЧВК «Вагнер» 100 человек сюда не перемещались. А если перемещались только для того, чтобы передать боевой опыт бригаде, которая сосредоточена в Бресте и в Гродно. Я должен учить своих военных. Потому что армия, которая не воюет, это наполовину армия. Вы тоже это прекрасно понимаете. Воевать я не хочу. Я не хочу, чтобы гибли наши ребята. Поэтому надо их учить. Вот они и передают свой опыт. Посоветуют, что-то скажут. Очень довольны нашими воинами. Они очень довольны. Говорят, это очень подготовленные люди. Самое главное, ну, наверное, слышите, они хотят учиться. Поэтому, находясь там под Осиповичами, в центре Беларуси, эти ребята никуда не стремятся. Они привыкли выполнять приказ. Часть ушли в подразделения вооруженных сил России. Кто-то видит себя в другом качестве, кто-то в Африке работать. А определенная часть останется у нас. И еще раз подчеркиваю, это была моя инициатива, я не жалею, хочу оставить этих ребят в вооруженных силах нашей страны. И от этого, отталкиваясь от них, более активно создавать контрактную армию. У нас же срочники, призыв, отслужил, полтора года ушел. Ну, ясно, сам был такой, зеленые пацаны, 18 лет, пришли, отслужили, ушли. А там умудренные опытом люди, там в основном офицеры. Это профессия их воевать или защищать страну. Говорят, это и дешевле. Поэтому мы присматриваемся к этому опыту, чтобы в будущем себя защитить. Только в этом наша цель. Поэтому вы не переживайте. К войне мы не стремимся.
И думаю, что все будет нормально. Если противник будет видеть, что мы ответим, и что они понесут невосполнимые потери, неприемлемые для них, они никогда не нападут. Это азбука военного дела. Поэтому ваша главная задача, часто говорю об этом, вот у каждого есть свое место. Кто-то бухгалтер, кто-то экономист, руководитель, кто-то механизатор, оператор машинного доения. Каждый на своем месте, сделайте свою работу. Уважаемый Александр Григорьевич, вы только что сказали нам, конечно, чтобы мы не переживали, но из новостей мы часто слышим, что польские власти очень много накапливают войск и подтягивают к нашей границе. И мы, как люди, ну, как жители приграничных территорий, конечно же, волнуемся, ну, и это нас очень настораживает. Вы знаете, я вижу, они из двух дивизий перебрасывают сюда по батальону. Один из них расположился около 40 километров от Бреста, второй от Гродно больше 100 километров, под 140. Это небольшие расстояния, особенно под Брестом. Я не думаю, что они пытаются нас запугать. Я не думаю, что они боятся нас. Я не думаю, что они это делают в связи с изменившейся обстановкой. Там же тоже не идиоты, они видят, что мы не проводим никаких мобилизационных мероприятий, мы не стягиваем войска сюда на запад, как это было, помните, в 2020 году. Там ситуация была серьезная, и сегодня то мы понимаем. Если бы они раскачали страну, они на западе были сосредоточены и готовы были включиться. Тогда я перебросил наше ракетное подразделение «Точка» и «Полонез». Показывали, помню, кадры по телевизору вам, когда из стога сена выезжал полонез. Они были замаскированы, мы готовы были нанести удар по, как принято сейчас говорить, центрам принятия решений. Они это увидели, что ракета залетит прямо туда, в офис. Нам нелегко будет, но и им тем более. Отступили, успокоились. Сейчас, почему это происходит? Причин много, но мы попали в такой замес приличный международный, вся Европа. Американцы со времен Трампа разрушают Европу. Но надо на кого-то ставку делать, они же за тысячи километров. Помните, Трамп, Брексит, Великобритания, Англии выход из Евросоюза. Что было плохо для Англии? Да все было нормально. Но Англия и Соединенные Штаты Америки – это друзья, не разлей вода, у них отношения повязаны, перевязаны больше, чем у нас с Российской Федерацией. Правда, нас упрекают, что мы вот с Россией, а сами-то ведь проводят эту политику. Поэтому Великобритания – это их оплот, авианосец непотопляемый. С другой стороны, Польша делают ставку на Польшу. На нас и Украину должны были. Если в 2020 году не выдержали, нас бы в кучу, и вот этот пояс от Балтики до Черного моря, Польша, Беларусь и Украина, санитарный кордон между Россией и Китаем на востоке. То есть мы опять в серую эту зону должны были попасть. Выстояли, вот они ставку делают сегодня на Польшу. Вы смотрите, в Украине помощь идет в основном через Польшу. Жешув, я там пошутил, что вагнеровцы между собой шушукаются на экскурсию в Жешув сходить. Почему? Потому что техника и вооружение шли с Жешува, там, где воевали под Артемовском, Бахмутом эти вагнеровцы. И там погибли тысячи их ребят. И они это им не простят. И пусть еще скажут белорусы, и мне спасибо за то, что мы пригласили к себе этих бойцов. Это ребята, заряженные на войну, обиженные, много искалеченных, много погибших. Они что, простят, не простят? Поэтому пусть молятся, что мы держим их, еще как-то обеспечиваем. В противном случае они без нас бы просочились туда и вломили бы так этому Жешуву и Варшаве, что мало бы не показалось. Поэтому меня в этом упрекать не надо, а пусть скажут спасибо. То есть американцы начали делать ставку на Варшаву. Они вычистили все оружие советского образца с Польши, передали Украине, и сейчас массированно вооружают Польшу для того, чтобы иметь этот плацдарм. Вот для чего еще ядерное оружие, чтобы их утихомирить, чтобы они понимали, что мы не посчитаемся ни с чем. Польша еще нам подкинет проблем. Не поляки, умные люди. Мы видели, когда вот эти мигранты пересекали границу туда, как вели себя военные.
Они не понимали, зачем нас сюда бросают. Они же пограничнику отодвинули, армию на границу поставили. Но с ума сошли руководители. Но американцы будут делать ставку на них, будут накачивать. Вы же видите, все мероприятия. Сколько раз американский президент приезжал куда? В Варшаву, там разные мероприятия. НАТО в Литве. То есть начинают подтягивать эти страны, чтобы здесь опереться. И старая Европа, Германия, Франция оказались в тисках. С одной стороны Великобритания, да и их флот в Атлантике, а с другой стороны мы отпали, вот за Украину воюют здесь. И в тисках это Европа. Им, американцам, Европа это не враг, но это сильный соперник. Это страны высокотехнологичные, крепкие, богатые. Вот они сейчас раздевают Европу, давайте деньги, еще со времена Трампа, помните, 2% ВВП на вооружение и так далее, в тисках Европа. Надо им разобраться с Европой, надо вообще унизить, они уже унизили эту Европу, дальше некуда. Вы посмотрите, Германия, четвертая экономика мира, скатилась там на 10-11 место, буквально за 2 года. Это их политика, им надо Европа, чтобы была оплотом для них, униженная, растоптанная, Россию уничтожить, подобраться к Китаю. Вот их политика. Поэтому вот эта переброска этих войск, это мышкование. Это мышкование. 500 человек там перебросили, 500 человек здесь. Вот идет какое-то запугивание и нагнетание. Хотя я в это не верю, что они пытаются нас запугать. Но то, что нас запугать невозможно, это я вам обещаю. Поэтому спокойно надо к этому относиться. Перебросили, перебрасывайте. Потом, вот Вагнер, 100 человек перемещаются к Сувалковскому коридору. Слушайте, Сувалковский коридор не в Беларуси. Мы не перемещаемся по этому коридору, не к коридору. Нам он 1000 лет не нужен. Главное, чтобы было спокойно. Но это наша земля. Если мы сочтем нужным переместить своих военных, мы переместим так, как и они. Поэтому идет вот это, вот эти вот упражнения. Где-то переместили, напугали кого-то. Ну что нам, бояться нам нечего. Мы по плану выстраиваем оборону, исходя из опыта этих даже вагнеровцев. Они нам подсказывают, что вот это надо сделать, вот это не нужно делать, потому что в современной войне это не нужно. Это большие деньги. Поэтому мы реагируем, мы это видим, мы знаем. Мы как только они начали собирать этих 500 человек и перебрасывать сюда и под Гродно, мы сразу это отследили, и мне на стол легла информация от нашей разведки. Все, мы это учли. Не переживайте. Беловежский еще себя покажет. Спасибо, Александр Григорьевич.